В Якутске вручили премии победителям конкурса Международного детского фонда «Дети Саха-Азия». В номинации «Красота спасет мир» победу одержали художественный руководитель, главный балетмейстер детского театра балета «Алмазы Якутии» Татьяна Рахманина и хормейстер, режиссер эстетического центра «Кончири» Усть-Алданского района Василий Парников. Победителем в номинации «Свет знаний» стал информационный портал ЮКТ.ру. А вот в номинациях «Бриллианты республики» и «Золотое сердце» премии, к сожалению, не нашли своих обладателей. Проходящий в этот год наш конкурс знаменателен тем, что в этом году мы впервые собрали документы от конкурсантов по электронному адресу, то есть электронном варианте. Это позволило нам расширить географию и количество участников. И во-вторых, с каждым годом нам кажется, что это членам жюри кажется, что уровень участников конкурса повышается. Если мы рассматриваем на конкурс наших детей, то невозможно практически выделить кого-либо из участников.